Привет-привет, книжный мир, с вами Лена, и я обещаю, что этот канал не превратится в чисто покупочно-подарочный. Я вам отчитаюсь о последних покупках, и в апреле будут только прочитанные, будет одна коллаборация очень клевая, необычная, даже так скажу, будет один тег, который я придумала сама, и после этого решила, что нет, все-таки лучше я теги буду переводить, нежели чем сама придумывать. В общем, будет много всего, try a chapter tag обязательно хочу еще снять, потому что у меня родилась идеи даже две, но я выберу только одну. Но позвольте показать то, что уже вы, возможно, частично мне где-то видели, но я хочу об этом быстро отчитаться для истории и показать о книжке, которые ко мне пришли вот буквально недавно. Допустим, «Четыре жизни» Хелен Ламберт пришла ко мне час назад, я забрала ее в лабиринте, и эта книга из моих хотелок рассказывает нам историю девушки, которая перерождается каждые 30-40 лет, всегда в новых ипостасях, всегда в новых городах, с новой профессией. И вот в настоящее время она является не руководительницей, да, а, ну да, она руководит крупным журналом, но она разводится и вот отправляется на свидание вслепую с молодым человеком, который говорит, что он ее уже много жизней любит и рассказывает ей, вообще открывает глаза на то, кем она является, и вот как на эту вообще историю примет, что она с этим будет делать, мы с вами здесь и узнаем. Я эту книжку очень, честно говоря, сильно ждала с первого момента, как я о ней услышала. И, как я всегда говорю, я, наверное, ее буду читать в ближайшее время, потому что у меня в настоящий момент такое фантастическое, волшебное, магическое настроение, которое задало, да, «Беззвездное море». О нем, мне кажется, я уже триллион раз рассказывала, и вот в ближайшем прочитанном обязательно расскажу про что же я тут вычитала, да, про то, что я вычитала. Я должна вам сказать, что Моргенштерн теперь точно моя автопокупаемая писательница, потому что то, какие миры она создает, то, как она вас ведет различными лабиринтами, тропами через слова, которые она свою рисую продает, я не знаю просто таких, раз и обчелся лично вот у меня в настоящее время, да, и если вы вдруг никогда не слышали об этой истории, здесь рассказ о том, как молодой человек в библиотеке находит необычную книгу сказок и понимает, что одна из сказок написана с его жизни, и он начинает свое тайное расследование. Но здесь в этой книге намного больше всего, и если вы еще думали, читать или не читать, однозначно, 100% нужно брать скорее эту книжку, она уже везде доступна. Также книга, о которой я упомянула в прошлом ролике, где мы с Юлей гуляли по книжным Питера, это Шон Байтл, его 7 типов людей, которых можно встретить в книжных магазинах. И я должна показать вот так, и вы для себя решаете, хотите вы эту книжку покупать или нет, потому что по большому своему счету она повторяет все то, что есть здесь. Конечно, тут есть парочка типов людей, о которых Байтл не говорил, что-то какие-то новые шутки, прибаутки и люди, которые его раздражают, но в большинстве своем я не могу сказать, что я из книжки что-то вынесла, и вот если с этим мне жалко, допустим, расстаться, то вот с этим мне не жалко будет расставаться. И как бы на ваше усмотрение, если можете почитать ее в электронке, лучше это сделать так, потому что ее ни объем, ни содержание, она, ну не знаю, особо не стоила, мне кажется, своих деньжат. А в том же ролике вы могли, если вы смотрели, вы видели, что Юля мне подарила книжку Майкла Шейбана «Лунный свет». С Шейбаном я познакомилась впервые через роман «Потрясающие приключения кавалера и клея». В ту книгу я влюбилась, и я знала, что дальше хочу свое знакомство с ней продолжать именно через «Лунный свет». Это такая семейная сага, рассказанная через мемуары дедушки с какой-то ракетной космической тематикой. Вот все, что я об этом книге слышала, и я не слышала ни одного плохого отзыва на этот роман. И тоже не знаю, когда мне его включить. Кстати, если в нем 600 страниц, нет, в нем не 600, 400 с хвостиком, я бы взяла его как толстяка на апрель. Ну ладно, в общем, я почитала просто первую страницу, и с первых строк мне эта история потрясла, увлекла. О, господи, знали бы вы, в каком я предвкушении, чтобы скорее с этой историей познакомиться. Мне даже жалко выпускать из рук. Затем другая Юля. Юля, которая мне подарила Ромеро Гори, «Бунт на Баунти», «Невероятное паломничество» Гарольда Фрая. В общем, Юля мне вдогонку еще одну книгу отправила, «Поезд сирот» от азбуки «Бестселлер» с моими любимыми цветными срезами. И эта история, на самом деле, основана на реальных событиях. В период с 1854 года по 1929 год, чтобы решить вопросы без призорников в Нью-Йорке, их буквально вагонами отправляли и раздавали в различные приемные семьи. И для каких-то детей, конечно же, это была возможность вести, да, семью, карьеру, ну так, step-up, да, в жизни, улучшить свою жизнь, но некоторые дети становились просто рабами, да, и заложниками этой ситуации. И вот здесь история как раз девушки, которая была, так сказать, в той группе людей, у которой не очень удачно сложилась жизнь. Я, честно говоря, не знаю,
история этого человека реальна или нет, то есть сам факт того, что такие дети были отправляемые вагонами, но история этой девушки я так и не поняла, да, это реальный человек или нет, но когда прочитаю, узнаю. И, как я поняла, Юля решила меня всегда снабжать очень эмоциональной литературой, которой я боюсь, но когда это подарок, у меня просто нету, да, совести не хватает, вернее, хватает совести все-таки их читать и не откладывать. Еще одна книжка с цветным стрессом, кстати, это азбука бестселлер. Да, это тоже она. Эрик Эммануэль Шмидт, человек, который видел сквозь лица. У Шмидта я читала «Попугая с площади Орец», мне очень сильно понравилось. И опять же, я знала, что с этим автором я хочу продолжать знакомство, и я думала об «Оскаре» и «Розовой даме», но потом, когда я видела вот это, я решила, что все-таки буду читать эту книжку, рассказывающую о молодом журналисте, который получает буквально свой такой первый шанс провести расследование, да, репортаж о теракте, который произошел в небольшом бельгийском городке. И помимо того, что он будет, да, доказывать всем, что он достойный журналист, он также будет и себя исследовать, поскольку он человек, который видит над людьми некие существа, и он не знает, это ангелы, демоны, духи, то есть что это такое. И он будет, да, пытаться понять, он вообще с ума сходит, или он мудрец, и ему дан такой дар, или это благословение, да, или проклятие. Очень, мне кажется, это очень увлекательная аннотация. И... Вообще для меня, как я говорила, темы терактов, они такие триггерные, я их боюсь, но надеюсь, что Шмидт как-то это преподнесет с максимальной болью для меня. И еще одну книжку, которую я купила буквально недавно, это Нарине Абгарян, вот такой сборник «Все приключения шоколадного дедушки». Дело в том, что я взяла Абгарян в итоге, чтобы читать по марафону «Три сестры», я прочитала «Манюню», которую мне подарила Алина с канала «Читать нельзя сжигать», и я поняла, что мне мало. То есть не в количестве страниц, которые надо, чтобы пройти марафон успешно, а мне было просто мало той истории, но я почему-то «Манюню» не хотела брать в тех изданиях, что они были, я вот все-таки хотела такой тоже большеформатный, с тем иллюстратором. Я, в общем, решила выбрать эту книжку, во-первых, потому что у нее классные форзацы, тут много иллюстраций. Я, наверное, уже когда прочитаю, вам в прочитанном сниму листалку, покажу поподробнее. А здесь что у нас есть? Если у нас в предыдущей книге небольшой бельгийский городок, то здесь уже у нас небольшой норвежский городок, и живет сама обычная семья, мама, папа, дети, и к ним приезжает дедушка, большой сластёна, но дедушка еще такой... шубушной, и, в общем, он с этими детьми будет не только шоколадки по всему дому искать, но и различные события расследовать, которые в городе происходят. В общем, я в предвкушении, потому что, как вы, наверное, уже знаете, я не люблю детективы, но если мы говорим о детских детективах, пожалуйста, несите сюда. И книжка, которую мне Лабиринт предложил выбрать в подарок к этой, да, как предложение, я полистала. Единственная приличная книжка была Флабера и его Саламбо. Это история любви карфагенской аристократки Саламбо и вождя ливийцев Мато или Мато. И на самом деле Флабер не просто зашел в библиотеку, почитал книжку, полистал там источники, написал книгу. Он на самом деле ездил в Тунис в 1858 году, если не ошибаюсь, чтобы набрать материал для своей книги, поэтому он знал, о чем он писал, он видел своими глазами Тунис. И, в общем, я надеюсь, что это будет что-то не только в плане любви интересно, да, но и очень сочно, по-восточному богато написано и увлекательно, атмосферно. Ох, я в предвкушении. И поскольку сегодня 1 апреля, и у нас будет розыгрыш, и не тот розыгрыш, над которым над вами издеваются, а розыгрыш книг и даже двух. То есть, как всегда, первую книгу я вам предлагаю на свой выбор до 600 рублей, любую книжку. Пишите, что участвую в розыгрыше, хочу вот эту книгу. Но также у меня будет еще второй розыгрыш, и это тоже розыгрыш книжный, а не шутка. Это будет книга от Inspiri, но секретная. Я вам только одно могу сказать, что это книга, которую я уже читала, и книга сентиментальная. Ее я подарю просто второму человеку, любому, кто захочет книгу «Секрет». То есть первый запущу розыгрыш, выберем человека на первый розыгрыш. И запущу раз вторую кнопку «Разыграть». И если ваш комментарий будет содержать «Хочу книгу сюрприз», то вот, пожалуйста, да, то есть это, если вдруг, не дай бог, тот же человек вылетит, конечно, еще раз кнопочку нажму. То есть, пожалуйста, если вы хотите книгу сюрприз, оставьте отдельный комментарий, чтобы мне было легко это видеть во время розыгрыша, да. Участвовать можно и на первую, и на вторую книгу. То есть в первом комментарии пишите «Хочу такую-то книжку», второй комментарий «Хочу книгу сюрприз». Надеюсь, что написала понятно. Розыгрыш я, наверное, проведу в понедельник в 5 часов. Понедельник — это какой у нас будет день? В общем, в ближайший я напишу внизу условия, как всегда. Нету никаких условий, одно условие — написать внятный комментарий и дождаться понедельника 5 часов дня. Так что в понедельник в сообществе будет, да, в 5 с хвостиком пост о выигрыше.
На этом я буду с вами прощаться. Желаю вам сегодня разыграть всех. Если вы будете разыгранными, надеюсь, что эта шутка будет смешная для всех, а не только для вас, будет обидно и неловко. Ну и вообще, чтобы вы по жизни ходили с улыбкой, и чтобы всегда было такое настроение где-то нашалить, кого-то рассмешить. В общем, с улыбкой и радостью по жизни. На этом с вами сегодня прощаюсь. И потом пока-пока-пока.